Число людей, страдающих от деменции в Великобритании к 2040 году составит 1 700 000. То есть заболевших будет на 42% больше, чем ожидалось, заявляют ученые Университетского колледжа Лондона. Для исследования они опросили 90 тысяч человек старше 50 лет в период с 2002 по 2019 годы. Точные причины развития деменции неизвестны, но факторами риска остаются высокое давление, диабет, вредные привычки и неправильное питание. На это также влияет финансовый и социальный статус человека. Результаты опроса показали, случаи заболевания чаще встречались у людей с более низким уровнем образования. Всего, по данным ВОЗ, в мире насчитывается больше 55 миллионов человек с деменцией. Ежегодно их число увеличивается почти на 10 миллионов. Существует 12 модифицируемых факторов риска деменции, и они в совокупности способствуют не более 40% случаев развития деменции в мире. Остальные 60% неизвестны. Мы не знаем точных причин.